Ливер, понял? Не отдаем вам телефон, да? Да как так-то, ГСГ? Пулеметный. Отдайте им пулеметный и все. Пулемет забирайте. Пулемет забирайте. Окей, заберем, заберем пулемет, не проблема. Инженер на связи. Мои метки практически, до Запфира, ну, там я уже скажу. Если видим, грубо говоря, какую-то цель, то тот, кому она принадлежит, может останавливаться работать, остальные двигаются, там, ныкаются и так далее, чтобы не стояли вместе. И как разъедемся, каждая группа машин ставит на себя метки, либо в сайт, как может, либо в клуб. Вот тут уже будем останавливаться, остановка первой машины. Стараться не спалиться просто. Противник, противник, а это вот... Вплотную? 200 метров. Принял. На том склоне, на нас идут. На том склоне к нам идут? Подожди, на нашем да. склоне или дальше? Нет, на, дальше, дальше, 200 метров. Ровно им. Давайте АГС уберем быстро. Я предлагаю туда быстро АГС, они идут отделением на нас. Да, да, давайте, 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 АГС, быстро работайте. Ровно юг, давайте на веду быстро. ДШК кройте. Понял, прикрываем. Квинкл наводишь. Возможно, они в нашу сторону поднимаются, ребят, но не факт. Ой, они там еще, они там, вижу их. Стой, простой, стой, стой! Налево наводись! Вылазь, налево наводись! Блять, нам вырубили стрелки. Я правильно метки поставил, парни? Здесь пока на фугасы перезарядка. Как вы с ПГ меняете сетку? Стрельбой. На этой линии. Ребят, я бы хочу с ПГ так назад ударить. Открывать. Асян живой? Да, 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 надо на... Квинкл живой? Квинкл? Блять, Квинкла вырубили. Смотрите, сейчас они выйти должны на нас. Я могу подвесить. Сетку, блин, поменять. Эксид жив? Куда ты стреляешь? Ой, 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 ой. Они правее. Два-два на связи. Повторите. Два-два на связи. Каха, ты жив? Да, точно, с... Аккуратно, там тебя могут снять. Эксиль, где Квинкл? Ты видел Квинкла? Эксиль! Бля, у нас ДШКМ полностью потерян. РПГшник, папа, сейчас по ГСу работать будет, блядь! Каха, с твоей стороны! Левее, Каха! У деревьев! Вон туда смотришь, повод! Он там был, левее, у двух деревьев! У крайних двух! Да, там, там был, там был! Вплотную был русский, блядь, у нашего, блядь, пиздец. У
задание. Слушай, мне сейчас успокоить, почему-то. Блять, ты смотри, тут с высоты над ДШКМ выходят, блять, если что, ракета. Ну я же. Да. Каха. Ты видишь там все? Я могу туда заглянуть. Каха, ты жив? Каха, да, жив. Давай, Гэтти! Откатывайся АГС так, чтобы ты видел вот этот правый склон, откуда по нам стрелял, хотел стрельнуть с РПГ. Ты смотри, нас будешь крыть чуть ниже. Я смотрю оттуда, откуда пришли, уничтожили Квинтла и Экзилер. Я не, просто не знаю, куда мне откатиться. Чуть назад, чтобы нас хорошо видеть и перед нами стрелять, если что. Подогнил. Блин, как осторожно. Я видел откуда. С востока вылез на высоту. А, ну, вообще, скорее, относительно чисто. Сейчас досмотрим до конца. И... Само ложка. Накинь на ту высоту, да. Ты перекидываешь. Не-не-не, ты что-то левее взял. Правее. Повод. Я могу туда пальнуть. Да, пальните. Вот там, да, за нее закидай. Дальше, вон туда повод туда хуярил. Повод, отъедьте оттуда, пожалуйста, вам сейчас... Я вижу его где-то. Короче, Да, пока сюда сдвиг, сдвиг КВ. Доклад не прошел. Кобальт на связи? Кобальт на связи. Что у вас там пытается? Ничего не слышал. Да, я живой, это по поводу. Повод. По поводу. Я откачусь назад, буду скрыть этот шланг. Я не понял, а что повод там делал вообще? Повод идиот. Повторить? Слышишь, впереди есть. К вам спускается пехотинец в каске советской. Да там пиздец, у меня почти все отделение вырезано. Две машины осталось, два человека. Да, пиздец. Тогда, если что, будем поддерживать. Попытаемся. Слева, вот где, видишь, там тачка какая-то. Там наш. Справа, справа. Эй, тут сняли над нами тачку. По ним, походу, БМП отхуярил. Походу, БМП рядом с Атимом кого-то сняла из наших. На вас. Так отдались. Вижу, кто-то вылазит. С левой стороны вылез. Там, где мы были. Лёг на меня, смотрит. По мне пусть.
пизду, блядь. Просто в пизду. Баланс в технике нет. Его не разменял меня. По гарантии МП, это да. Вообще. Давайте нахуй посадите. А как вы считаете, что это получит? Танк вообще не считает МП, еще ладно, можно было бы оборонить. Чок крафтерили. Чок крафтерили. Бей их, супостата. Еще один бежит, чок. Нет, не надо оглядываться, чока. Бля, как его пропустили-то? Слишком был увлечен поиском техники. У тебя РПГ как там летал вообще? Да, комментарий вообще. Она, короче, летает в какой-то точке, а потом... Потом снаряд такой типа... В горах, да? Да, в горах. В горах, в горах. Тебе. Блять. Если там с вертолетом, нам через 20 вертолет просто взлетит, что?
Бай. Куда там стрелял-то? Да. Отсосившись.